Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту статус 7.0. В этом видео я хочу приобрести, перейти в статус S4. Значит, хочу напомнить, что у меня создан плейлист. И здесь конференция «Маркетинг от А до Я». Далее важная информация, трансляция. В общем, у меня здесь все-все-все по проекту «Статус». Если вам поможет, можете выбрать любое видео, залить себе на YouTube-канал, вставить свою реферальную ссылочку, ну и опубликовать на своем YouTube-канале. Также в статусе есть свой официальный канал. Можно, опять же таки, там выбрать видео, какое вам понравится. Опять же таки, залить себе на YouTube, вставить свою реферальную ссылочку, ну и опубликовать на YouTube-канале. Далее что? Я оставлю маркетинг. Я зачитываю, друзья, уже все не буду. Кому интересно, прочтете. Маркетинг будет в описании под видео. Прочтете, изучите маркетинг. Я уже заработала в статусе 5000. Так, 5083 рубля. Мой доход. В данный момент у меня на балансе есть 800 рублей. И я хочу прикупить. Статус кликаю. Старт. Так. Старт. И у меня куплен вход сюда от 100 рублей, напоминаю. И уже из заработанных денежных средств я увеличиваю себе статус. В данный момент я на третьем статусе. И я за 800 рублей хочу вот прикупить. Кликаю S4. Так, активировать матрицу S4 за 800 рублей. На вашем балансе 809 рублей. Да. Так. И что у меня здесь? Так, матрица старт S4. Ну все, я активировала, похоже. Да, вот у меня, видите, появилась галочка. Я активировала себе статус S4. Чтобы уже доход был побольше, как бы. Вот, ну следующая... будет уже статус S5. Проект, друзья, супер. Минимальный вывод здесь от 2 рублей. От 2 рублей. И когда вы, друзья, будете выводить... Так, что у меня тут на балансе? Я потерялась. Так, кошелек. У меня на балансе 9 рублей. Когда вы будете ставить денежку на вывод, ставьте целую сумму без копеек. Вот у меня 9 рублей 60 копеек. Нужно ставить целую сумму 9 рублей. Если у вас 100 рублей, даже если у вас 150, нужно ставить ровную сумму 100. Это как я вот поняла, потому что я ставила... не помню, сколько там с копейками. Ждала-ждала. Что-то мне не приходило. Потом я поставила ровную сумму. И мне мгновенно пришла денежка на кошелек. Вот даже сейчас... Так, вывести. Вот 9 рублей. Я уже как бы... уже проверен, перепроверен. 9 рублей. Так, вывести. Введите сумму. Ну, 10% у них комиссия. Кликаю. Вы успешно вывели 9 рублей. Сейчас я зайду даже на Payeer кошелек.
Потому что, наверное, такая сумма пройдет мимо как бы почты. История. И вот 8 рублей 10 копеек. Пожалуйста. Вывод. 26 января. Перевод выполнен. 8 рублей 10. Ну, вот проценты я вычислил. И вот такой вот комментарий. ID. Вот их. Как бы все замечательно. Проект, естественно, платит инстантом. Вот. Кому интересно, присоединяемся. Как я уже сказала, возьмите любое видео, какое вам понравится. Залейте себе на YouTube. Никто не запрещает. Таким образом, вы будете делиться. Люди будут смотреть. Скопируйте маркетинг в описании под видео. Ну вот, опубликуйте ссылочку у себя в соцсетях. Вот также есть общий чат проекта. Вот, пожалуйста. Присоединяйтесь, читайте информацию, задавайте вопросы, если возникнут. Хотя тут и так все уже понятно. Вот, ну, в принципе, это все. Приглашаю в замечательнейший проект. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!